Друзья, всем привет, это группа «Аматори». И мы рады сообщить, что начинаем съемки документального фильма, который охватит весь период истории группы, начиная с конца 90-х по сегодняшний день. Документальный фильм о группе «Аматори» звучит круто. Вспомнить все, подтянуть интересных людей, посмотреть локации, где все происходило, можно будет в этом необычном фильме. Мы постараемся привлечь всех причастных к самому коллективу, к каким-либо событиям вокруг этого коллектива, к данному проекту. Покажем интересные места, нашу первую студию. Охватим максимальное количество исторических фактов, которые еще не были охвачены нигде. 1 апреля 2001 года вот здесь непосредственно начинается наше летоисчисление. Ну, у нас, скажем так, вообще в целом путь был не самый простой. Мы постоянно думали об успехе, но мы не знали, какой он будет. Трэш-шапито на выезде через всю страну, от Сибири до Москвы, мы проехали с угаром и весельем. Само ощущение того, что ты занимаешься чем-то, у тебя это получается, оно ни с чем не сравнимо. Клип года! Аматори! Когда публика знала наши песни наизусть, я вышла. Это как наркотик, только наркотик, которому нет толерантности. Это ни на что не похоже. Все было. И огонь, и вода, и медные трубы. Мне больше всего не хватает времени, когда все были живы, здоровы, счастливы, музыкально активны постоянно, когда мы только этим занимались. У тебя не было никаких других дел, кроме музыки, долгие-долгие годы. Прошлого нет, будущего неизвестно, есть только настоящее. Поэтому мы радуемся сегодняшнему моменту. Я себя не вижу вообще в другой музыке, в другой группе, и это огромная часть моей жизни, без которой меня не было. Несмотря ни на что, у нас получается продолжать. Каждый из вас может и должен стать участником этого проекта. Переходите по ссылке ниже. Мы начинаем кампанию на planeta.ru. Вперед и увидимся на премьере. До встречи.